Здравствуйте, с вами Мириам Циммерман и проект «Счастливые дети». Хочу сегодня с вами поговорить о целях и о счастье. В этой недельной главе Всевышний обращается к Аврааму и говорит: «Лех леха, выйди из страны своей». Более точный перевод «лех леха» говорит, что «иди к себе», то есть к сути своей души, к той конечной цели, ради которой ты был сотворен. Известный австрийский психолог Виктор Франкл в годы Второй мировой войны он пережил все ужасы концлагеря. И он говорил о том, что людям, которым удалось спастись, это были те люди, у которых была какая-то мечта, была какая-то цель в жизни, которую они очень хотели реализовать. И его теория говорит о том, что у человека есть такое особое стремление к поиску и реализации смысла своей жизни. А если отсутствует этот смысл и возможность реализации, то у людей образуется такая внутренняя пустота, внутренний вакуум. Как круто, когда у человека в жизни есть какая-то миссия, когда у человека в жизни есть цели. И наверняка у каждого из нас есть много разных целей. Одни мы достигаем и ставим перед собой другие. Предлагаю сейчас сузить весь спектр наших целей и остановиться на одной. Как вы уже догадались, это воспитание детей. Пишется, что прежде всех достижений человека самое главное – это дети. А, наверное, мы иногда можем так спешить куда-то, быть в такой суете и забываем, ради чего, ради кого мы так стараемся и достигаем свои цели. Но это не значит, если мы воспитываем детей, мы не должны помнить о своих интересах. Наоборот, мы должны помнить о том, что мы, к чему мы стремимся. Мы должны помнить о своем здоровье, о своих других целях. Главное о том, чтобы мы расставили приоритет. В молитве «Моде Ани», которую мы говорим каждое утро, переводится она так: «Благодарю тебя, Владыка, живой и вечный, за то, что ты мне вернул мою душу в меня. Велика моя вера в тебя» – это обычный перевод, а более точный – «велика твоя вера в меня». Представьте, Всевышний верит нам, Он доверяет нам самое драгоценное – это детей. И мы, как это вообще нас окрыляет, когда мы слышим «велика твоя вера в меня». У каждого родителя должна быть, точнее, было бы хорошо, если была выработана программа, по которой он понимал, что он хочет передать своим детям и как бы он это делал. Очень часто бывает, что мы не управляем вопросами воспитания только потому, что мы не знаем, что конкретно мы хотим и вообще, что должно получиться. Предлагаю вам сейчас нажать на паузу для того, чтобы взять листик и карандаш, поделюсь с вами, как можно оформить свою цель. Для себя я составила такую формулу, формулу 4З, для того, чтобы было ее легко вспомнить и применить. О чем эта формула 4З? Первое З – это знание цели. Очень важно знать конкретно, что вы хотите. Например, если вы скажете: «Я хочу, чтобы мой ребенок был успешный», то это достаточно размытое такое понятие. Более конкретно, например, решительный. Да? Очень важно еще понять, что вы хотите получить в итоге, потому что мы иногда не знаем, достигли мы цели или нет, потому что мы не представляем, как должно получиться в итоге, да, когда мы достигнем своего результата, что мы увидим, что мы почувствуем. И было бы хорошо написать, например, что, каким я вижу своего ребенка через 5 лет, через 10, а возможно, через месяц я уже бы хотела видеть небольшие изменения. Следующее, второе З, это зачем? Это очень важный вопрос, зачем? Он адресован к нам, чтобы мы ответили на него честно и искренне. Почему? Потому что иногда мы можем придумать цель, и она может не иметь ничего общего с нашими детьми. А возможно, это просто какие-то наши нереализованные мечты, желания. Поэтому такой вопрос «зачем?» – это очень важный, и на него надо ответить очень честно. Следующее, третье З – это задачи. То есть, какие задачи, какие мои шаги должна я буду сделать, да, чтобы достигнуть эту цель. Например, я должна буду, если мой ребенок решительный, да, я хочу, чтобы стал, наверное, мне надо будет давать ему больше возможностей принимать самостоятельное решение. Четвертое З – это затраты. Что мы должны вложить в это? Должны ли мы вложить, может быть, свое время, может быть, это финансы? Поэтому очень важно соотнести вашу цель и ваши возможности, да, ваши затраты, которые вы должны будете вложить в ваших детей. Здесь очень важный момент – сохранить и периодически смотреть, изменять, может
может быть, добавлять какие-то новые цели. Это такое очень наглядное что-то, потому что иногда мы поставим цели и думаем, а почему же мы до сих пор не получили то, что хотели? И мы увидим, что шаги, которые мы должны были предпринять по достижению нашей цели, оказывается, что мы сильно много усилий не приложили, и поэтому цель, наверное, стоит на месте. А теперь про счастье. Вы знаете, существует мнение о том, что основа счастья – это достижение успеха. Но очень часто бывает, когда мы трудились, вкладывали очень много сил, старания, энергии, и не испытали, когда достигли цели, какой-то особой радости. Мы не почувствовали такой всплеск гормона счастья. И вы знаете, иногда это может человека разочаровывать. И есть такое понятие «состояние потока». Это когда ты полностью включен в весь процесс, то, чем ты занимаешься, и ты получаешь удовольствие от достижения своей цели. Вы, наверное, замечали, когда маленький ребенок, он занимается творчеством. Для него не важно, что получится в конце, какая получится кака-маляка. Для него важен сам этот процесс. Он в него так погружается, что получает очень много энергии и радости от самого процесса. Поэтому мы можем попробовать и именно войти в это состояние потока, когда мы достигаем свою цель. Хочу сегодня дать вам небольшое задание. Попробуйте уже сегодня поставить для ваших детей какую-то цель, то, кем вы хотите видеть их в будущем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько лет вашим детям, может быть, внукам, а может быть, вы воспитатель или учитель, с какими детьми вы работаете. Мне будет очень интересно и полезно для следующих видео. А пока до встречи. Пока-пока.